Здравствуйте, дамы и господа. В эфире снова рубрика «Эксклюзив». И сегодня мы рассмотрим модель Virtu Signature S-Design Silver. Вот в таких коробочках она приходит из Китая. Делает их завод Star, известный производитель андроидов. Вот такой вот телефон. Мы к нему вернемся чуть позже. Посмотрим сначала комплектацию. Открывается коробочка. Комплектация довольно стандартная, то есть ничего нового. USB кабель. Наушники стандартные для Китая. То есть ничего особенного. Зарядка. Зарядка подключается к блочку, то есть зарядка подключается к USB кабелю и потом уже вставляется в телефон. Запасная батарейка. На батарейке написано Virtu. Модель BL5CV. И книжечка. Книжечка здесь на английском языке, на китайском. И даже еще на каком-то. Вот такой вот телефон. Сам телефон очень похож на оригинал. То есть размеры полностью соответствуют. Металлический корпус, кожаные вставочки. Вот. На передней панели телефона находится дисплей. Такое вот синенькое стекло. Очень красиво смотрится и стильно. Отверстие для динамика. Кнопочки. Здесь джойстик. Кнопки очень удобные и эргономичные. Расположены друг от друга на достаточном расстоянии, ложных кликов, то есть, не будет. Вот. Очень такой тяжеленький телефон, плотный, то есть ничего не шатается, нет люфтов, нет зазоров. Все в этом плане хорошо. На задней панели расположена задняя крышка со стилизированными болтиками, вшита кожезаменителем. Логотип Virtu. Потом устройство для открытия задней крышки. На гранях расположено отверстие для зарядки. Кнопка Virtu Concierge. Здесь на этой грани расположена кнопка, чтобы доставать симку. И кнопки управления громкостью. Вот. Давайте снимем заднюю крышку. Делается это очень легко. Вот, поворачивается влево. И крышка сама отпрыгивает. Здесь на крышке уплотнители. Вот такая рельефная, красивая поверхность. Снимаем батарейку. Здесь, как видите, много чего написано. То есть, как и в оригинале. Написано, что модель произведена в Англии, но мы знаем, что это китайская модель. Вот. Здесь нет отверстия для сим-карты, оно находится сверху. Легко закрывается крышка, плотно прилегает, то есть щелк и все. То есть она не люфтит, все нормально. Давайте посмотрим, как вставляется сюда симка. То есть есть вот такая кнопочка, ее на себя тянете и выдвигается вот такое вот устройство. Очень, очень стильно. Вставляем сюда симку. И вставляем симку в телефон. Все, то есть защелкиваем эту кнопку. И можно телефон уже включить. Как видите, звук очень хороший. То есть находит сеть сразу. Связи здесь проблем нет. Такая стандартная для Virtu менюшка. Русификация очень хорошая. Нет всяких глюков, там типа Bluetooth это синий зуб,
или телефонная книга, это звоните книги, как обычно в Китае. Здесь все сделано очень качественно для русскоязычного населения. Телефонная книга на 1000 номеров, сообщения, ммски, смски, вызовы, все стандарт. То есть в премиум телефонах как бы ничего не напичкано левого, есть все, что нужно человеку просто. Даже есть вот читалка электронных книг. Кнопка Virtual Concierge, которая находится справа, она работает здесь, вызывает аудиоплеер. Справа находится уменьшение и увеличение громкости. Давайте зайдем, послушаем звук. Сейчас заходим в профили, общий, настроить, мелодии. Звук довольно такой хороший. Даже в кармане, если будет находиться телефон, будет все слышно. Вот все, в принципе, по стандарту. Ну, такой вот телефончик. Стильный очень. То есть, очень похож на оригинал. В руке лежит хорошо. В общем, он стоит своих денег. Вот. В принципе, все. Подписывайтесь на наш канал. Следите за новостями, следите за новыми видео. Телефоны представлены сайтом virtmobile.com.ua. Заходите на сайт, выбирайте, покупайте. Все. До свидания.